Вот только вчера закончились наши 10-й юбилейный учебно-тренировочный сбор Olympic Stars. Мы действительно очень старались именно для вас создать вот такую сказку, как мне сказали, фиолетовую вату. Неподражаемый гала-концерт Олимпик Старс, юбилейный гала-концерт на базе вот этой изумруды. Возвращайся, сделав круг, лишь коснешься земли, быть по-моему. Вам, девочки, успехов! Я желаю вам удачи, я желаю вам побед! И надеюсь, что на этой площадке выступали будущие и будут выступать будущие чемпионки Европы, мира и Олимпийских игр. И я надеюсь, что такая атмосфера поможет вам выступить так, как вы хотите. Выступить уверенно, выступить красиво, понравиться судьям, понравиться своим родителям и тренерам. 10-й юбилейный турнир Olympic Stars по художественной гимнастике объявляется открытым. Всех целую, всех люблю. Спасибо большое. Скоро гала-концерт. Мы к нему готовы. Спасибо, что приезжаете к нам. Мне правда очень приятно. Спасибо. Летите из дуб через сад, восток, через сад. Я тренер говорю, что я должна парить над головой, как птичка. Возвращайся, Ева. В какую красивую стаю птиц я попала. И как хорошо уметь летать. Можно долететь до солнца. Через запад, на восток, через север, через юг. Возвращайся, Елов. Хочу конфет. Все в красивой обертке с мальчиком.
Аплодисменты директору нашего турнира, нашим сборам, олимпийскому чемпионке, История про мечту и про волшебный цветик-семицветик. Помните, чудеса случаются, главное в это верить.